машинист тепловоза «Рогозин». Вот уже более полувека водит поезда по стальным магистралям Карелии рабочая династия Рогозиных. В 1918 году в Петрозаводском депо начал свою трудовую биографию Павел Яковлевич Рогозин. Теперь в этом же депо работает его сын. Высокое мастерство вождения и пассажирских, и грузовых составов – семейная традиция Рогозинах. Рогозин-младший пришел в депо кочегаром паровоза. Сегодня он машинист первого класса. За высокие производственные успехи награжден орденом Ленина.